Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel покупает израильскую компанию разработчика оборудования для беспилотных автомобилей Mobileye. Стоимость сделки оценивается в 15 миллиардов долларов. Компании планируют закрыть сделку в течение 9 месяцев. Intel рассчитывает, что приобретение Mobileye позволит ему стать лидирующим поставщиком технологий для быстрорастущего рынка автономных машин. По оценкам Intel, к 2030 году объем рынка автомобильного оборудования и систем обработки данных достигнет 70 миллиардов долларов. В 2016 году Mobileye совместно с BMW и Intel начала разрабатывать технологию, которая должна обеспечить поставку на рынок полностью автоматизированных автомобилей в 2021 году. Компания Mobileye была создана в 1999 году.